культурно-досуговом центре «Союз» состоялся отчетный концерт малаховского хора ветеранов «Поющие сердца». Творческий коллектив исполнил свои лучшие музыкальные произведения, советские шлягеры, русские народные композиции, а также песни военных лет. На празднике побывали и мы. В «Поющих сердцах» Лариса Мищенко уже 18 лет, с тех пор, как переехала из Узбекистана в Люберцы. До этого ей никогда не приходилось выступать на сцене. Сейчас, несмотря на уже приобретенный опыт, каждый раз волнуется. Гордость, что это столько лет хор существует, что он еще не распался. И думаю, надеюсь, что молодежь придет к нам. Будем надеяться, что молодежь придет к нам. И нас заменит уже. Люди потянутся к песне, все равно потянутся. Песни, ведь песня – это жизнь. Сегодня малаховский хор ветеранов объединяет 17 человек. Творческий коллектив активно участвует в вокальных конкурсах и занимает призовые места. А в 2018 году «Поющие сердца» стали лауреатами премии губернатора «Наше Подмосковье». У нас обширный репертуар. Мы исполняем, вообще, стараемся петь песни о Великой Отечественной войне, патриотические песни, направленность патриотическая, русские народные песни, авторские песни. На сцене выступили и другие творческие коллективы. Молодые вокалисты исполнили патриотические песни, а хореографические ансамбли порадовали гостей русскими народными танцами. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.